Иван Рудковский, номер 88. Родион Фатыхов, номер 9. Константин Филимонов, номер 10. Жанкир Киргизбаев, номер 11. Никита Фетисов, номер 14. Арсений Филоменко, номер 15. Каман Черныш, номер 18. Елисей Суровцев, номер 21. Жасулан Мажикенов, номер 22. Демид Выковский, номер 23. Армстер, ардақты ағайын, Алматыдан тікелей көрсетілім. Біз осы жылы жастар лигасы, яғни жастар арасындағы хоккейден, шайбал хоккейден Қазақстан чемпионатын бастағалы отырмыз. Дәл қазір Халық Арена мұз айдында 3000 адамға арналған бұл Алматы қаласында орналасқан мұз айдында бүгін жастар лигасының алғашқы ойыны өтетін болады. Жерлесіміз Алматы командасының жастар командасы және де Рудныйдан келген Горняк командасымен чемпионаттың алғашқы ойынын, алғашқы шымылдығын ашатын болады. Бұл ойында комментаторлық қызмет атқаратын менің әріптесім Евгений Левкин және мен Абылайхан Палмағанбет. Иә, арада жазғы үзілістен кейін біз хоккей сүйер көрерменмен қайта қауышқалы отырмыз. Әрине, маусымды бастау, маусымның алғашқы ойынын бастау әрқашанда қиын. Ал оны жеңіспен бастау әрбір командаға беріле бермейтін бақ. Алайда бүгін көреміз, бап шабама, бақ шабама. Жазғы маусымда Алматы командасында өте көп, яғни Алматы жастар командасында өте көп өзгерістер. Атап айтар болсақ, команданың 90%-ында жаңадан келген жас ойыншылар. Бұл команда Қазақстан кубогына өкінішке орай қатыса алған жоқ, бірақ Қазақстан чемпионатында бар. Сондықтан да Алматы командасы қалай өнер көрсетеді екен, оны алдағы уақытта көретін боламыз. Ал қонақ командамыз Рудный команда, Рудныйдан келген Горняк, оны барлығымыз білеміз. Горняк командасының жылдағы маусымда өрелі ойын өрнегін көрсетіп жүрген команда. Иә, бұл жылы екі командада қалай бастау алады екен, алғашқы ойындарында кім жеңіске жетеді екен, ол әзірге белгісіз. Алдағы қазір аздаған минуттардан кейін басталатын матчта белгілі болады. Енді біз бүгін бізге берілген тізім бойынша командалар таныстырып кетсек, алғашқы болып қонақ командадан, Рудныйдан келген қонақтарымыз Горняк командасының толық құрамымен таныс болыңыздар. Бірінші нөмірде қақпашы Руслан Кушкенов, екінші қақпашы 33 нөмірде Никита Шапошник және де ойыншылар 5-ші нөмірде Аслан Руслан, 7-ші нөмірде Станислав Семенов, 9-ші нөмірде Данил Волобуев, 10-ші нөмірде Лев Крицин, 11-ші нөмірде Давид Стенников, 13-ші нөмірде Әділхан Сертаев, 17-ші нөмірде Олег Малхасян, 22-ші нөмірде Тимур Шемельтуров, 25-ші нөмірде Владислав Лопухов, кешірім сұраймын, 42-ші нөмірде Дмитрий Рязанов, 47-ші нөмірде Ислам Абдуллаев, 48-ші нөмірде Иван Могильный, 55-ші нөмірде Әмірхан Жүнісов, 88-ші нөмірде Роман Макаров және 93-ші нөмірде Альберт Боб. Енді бізге берілген ақпараттар бойынша бірінші бестік 33-ші нөмірдегі Никита Шапошник бүгін қақпада алғашқы минуттардан бастайтын болады және алаңдағы ойнайтын бестік 17-ші нөмірдегі Олег Малхасян, 7-ші нөмірде Станислав Семенов, 13-ші нөмірде Лев Крицин, 9-ші нөмірде Данил Волобуев және 13-ші нөмірде Әділхан Сертаев. Біз алғашқы бестікті атап айттық. Осы бестік ойынға алғашқы минуттардан шығады деп күтілуде. Ал енді алаң иелері Алматы командасы. Қақпада 1-ші нөмірде Илья Яковенко және 88-ші нөмірде Иван Рудковский. Ойыншылар 9-ші нөмірде Родион Фатыхов, 10-ші нөмірде Константин Филимонов, 11-ші нөмірде Джангир Кыргызбаев, 14-ші нөмірде Никита Фетисов, 15-ші нөмірде Арсений Филоненко, 18-ші нөмірде Камал Черныш, 21-ші нөмірде Елисей Суревцев.
22-ші нөмірде Жасула Мажикенов, 23-ші нөмірде Демид Двиговский, 25-ші нөмірде Дмитрий Матросов, 29-ші нөмірде Данил Шулев, Егор Бастагонов, Бастаногов, Зияудин Цинаев, Александр Шипулин, Артем Снитин, Павел Нюмывакин, Дулат Аширбай, Александр Югай, Юрий Андрусенко және Альсейд Карим. Дәл қазір еліміздің анранын бірге тыңдайық. Еще раз здравствуйте, приветствуем вас на 1xbet Жастар Лига С. Алматы открывает домашние серии этот сезон. Первые встречи вообще сегодня везде проходят, я бы сказал, да, отметить это стоит. Ну что, коллега назвал составы, давайте более-менее по пятеркам я назову, по стартовым начну с гостей. Место в воротах занимает 33 номер Никита Шапошник, тройка нападения номер 17 Олег Малхасян, номер 7 Станислав Семенов, номер 10 Лев Крицын, капитан команды Данил Волобуев. Пара защитников номер 9 Данил Волобуев, вот как раз, да. 13 номер Дильхан Сертаев, главный тренер Андрей Шевченко, помогает ему Артем Каретников. А что касается Алматы, здесь место в воротах занимает Иван Рудковский. Тройка нападения номер 81 Дулат Аширбай, номер 92 Юрий Андрусенко, номер 47 Александр Шипулин. Пара защитников номер 67 Павел Неумывакин и номер 37 Егор Бастаногов. Главный тренер Юрий Бородулин и помогает ему Георгий Мусатай. А у Алматы вообще, да, если мы говорим об Алматы, да, 90% состав обновился на 90%. Ну и посмотрим. Стартовое вбрасывание остается за Андрюсенко. Неумывакин через ближний борт. Высокий прессинг Горняка не позволяет вывести шайбу из зоны. Ну вот, может быть, сейчас получится. Да, получается шайбу вывести. Вот хороший момент. И вне игры фиксирует линейный арбитр. Что касается судей, кстати говоря, главный арбитр Роман Воронин, судьи на линии Руслан Даулетбаев и Эльвира Даирова. Ну вот, в общем-то, всех мы назвали. Еще одно вбрасывание. На сей раз Семенов вбрасывание выигрывает. Теперь уже Горняк начинает раскатываться. Шайбу выводят из зоны. Ну а дальше уже шайбу подхватил Шипулин, да, сделал передачу. Ну и Горняк в итоге все равно не выпускает хозяев из своей зоны. Со второй попытки это удается сделать. И попытка броска, но дело до броска-то не доходит. Филоненко шайбу потерял в итоге. Ну и пока, да, вот 30 секунд. Вот только сейчас бросок в створ. И шайба оказывается у Рудковски. Так, в ближний угол наносился бросок. Шайба подлетела, и там уже Рудковский ее в ловушку выловил. Еще одно вбрасывание будет, но на сей раз в зоне Алматы. Фетисов на вбрасывание у хозяев. Остается вбрасывание за Горняком. Бросок после выигранного вбрасывания. Мимо створа летит шайба. Алматы выходит в атаку, но неточная передача. И уже с шайбой Рудницы забросили ее в зону. Здесь играет клюшкой Рудковский. Через ближний борт. Вот такая вот передача. Ну, скорее, это вывод шайбы. Но тут уже Алматы побежали за шайбу бороться. Сегодня праздник в городе Алматы. День города. Ну, всех алматинцев поздравляем с этим праздником. Ну и хотелось бы, да, чтобы хозяева вот подарок сделали болельщикам.
на этот праздник. Передача налево, бросок. Ну и вот уже в створ есть бросок и у Алматы. Фетисов бросал, бросил прямо по центру. Ну тут надо сказать, Шапошник что перед собой отразил. Добавить было некому у хозяев в этом эпизоде. Ну и нужно меняться. Нужно меняться. Забросили шайбу и покатили на смену. Раскатываются гости, выводят шайбу в среднюю зону. Перехватывает там Филимонов. Но развить успех не удается пока алматинцам, но шайбу сохраняет. Шайбу сохраняет. Вот хорошая передача. Классный выход. Ох, как неудачно сейчас Шулепов сыграл. И бросок замаха. Ну вот, хозяева, да, завелись. И уже довольно-таки длительное время находится в зоне атаки. Бросок по воротам. Добивание штанга. Филоненко бросал по воротам. Ну вот, здорово, здорово осаждают ворота Горняка сейчас хозяева. Ну вот пока шайба в створ не идет. Но вот это вот проброс, да? Нет, тут никакого проброса. Побежали вперед сейчас Горняк. Но дальше средней зоны пройти не получается. Ну, приходится вот такими вот, да, длинными забросами шайбу в зону соперника доставлять. Ну, здесь Рудковский шайбу ловушкой накрывает. Чуть меньше 3 минут у нас в первом периоде позади. Пока заброшенных шайб не было. Ну и команды по разу обменялись бросками в створ. Семенов на вбрасывание. У Горняка вбрасывание остается за Горняком. Бросок со средней дистанции заблокирован. Алматы шайбу в среднюю зону доставляют. И момент, бросок. И этот бросок заблокирован также. А вот так вот обменялись заблокированными бросками. Кто тут поворотом-то бросал? Ну, там, я так понимаю, 37 номер или 89, наверное, это все-таки был Югай. Ну, сейчас сбрасывание у нас в зоне гостей. Семенов вновь на вбрасывании. Вот так вот у Алматы 4 звена есть. Но Горняк играет в 3 звена. Придется не просто, а бросок, подставление. Вот так вот от синей там Киргизбаев зарядил и подставил Киюшку Шипулин. Здорово разыграли, но Шапошник не позволил себя переиграть. Еще одно вбрасывание в зоне Горняка. Выигрывает вбрасывание. И бросок по воротам. Андрусенко выиграл вбрасывание. Бросил по воротам Филоненко. Ну и удается гостям шайбу в среднюю зону вывести. Семенов попытался через борт обыграть неудачно. Алматы в атаке. И еще момент низом. О, рядом со штангой Филоненко бросает. Ну вот, Алматы, да, смотрится интереснее. По крайней мере, спустя вот 3,5 минуты. Смотрится интереснее, но Горняк, на мой взгляд, в прессинге смотрится поинтереснее. Андрюсенко! Какой проход добавления штанга! Вот это да! Сам все сделал сейчас Андрюсенко. Прошел к воротам, бросил с неудобной, добавил, но штанга выручает ворота Шапошника. Ну вот Андрюсенко, да, один из немногих, кто остался в Алматы из прошлого сезона. Но Андрюсенко, он все-таки подключается больше к первой команде. Бросок издали, бросал по воротам Рязанов, верхом бросил, но шайба шла явно мимо ворот, но Рудковский от греха подальше. Вот смотрим повтор, да? Ну здорово, здорово Андрюсенко все сделал. Ну, у Андрюсенко уже хороший опыт. Его еще в прошлом сезоне подключали к первой команде. Спиридонов доверяет ему. Ну и в этом сезоне также в первых двух встречах в первой команде он принял участие. В первых двух встречах, говорю, в первых двух городах. Соответственно, в Караганде и в Астане. Там 4 матча всего провели алматинцы. И пока 3 очка в своем зачете имеют. Но это все, что касается первой команды. Возвращаемся в нашу игру. Что здесь? Хороший проход, но останавливает сейчас алматинцев. Выводит шайбу в среднюю зону. Вот еще одна попытка. Ох, какой силовой прием. Мощный. Сейчас сыграл Филоненко. Ай-яй-яй. Ну, классно, классно сейчас Алматы
Атакует, еще попытка. И Фетисов сейчас низом. Филоненко. Заблокировал сейчас бросок Руслан. Еще момент и гол! Все-таки добиваются своего хозяева и открывают счет в этой встрече. 1-0. 5 минут позади первого периода. И счет открыт. Автор заброшенной шайбы Жасулан Мажикенов. 22 номер. Я, құрметті достар, Алматының толасы шабуылдарынан кейін ойынның басталуына 5 минут өтпей жатып, алматылықтар есеп ашты. Өте керемет қала күніне орай өтіп жатқан, қала күнімен бірге өтіп жатқан бұл ойында алаң иелері есеп ашты. Есеп 1-0, алда Алматы. Құрамасы шайбаны соққыны тура бағыттаған Жасулан Мажикенов. Я, осылайша Жасулан Мажикенов Алматы жастар командасының 2023-2024 жылғы Адниксбет жастар лигасының алғашқы шайбасын соқты. Біз Жасуланды шын жүректен құттықтаймыз. Я, өздеріңіз көргендеріңіздей алғашқы 5 минутта алматылық команда өте қарқынды қимылдады. Қазір алматылық қақпа маңынан шайба ойынға қосылды. Шайба алматылықтарда. Я, қазір шайбаға иелік ету көрсеткіші бойынша алматылықтар алда. Қонақ команда әзірге чемпионаттың алғашқы матчында өз ойындарын лайықты дәрежеде көрсете алмауда. Әрине, алғашқы матч чемпионаттың маусымның алғашқы матчы. Бағана айтып өткеніміздей, бұл екі команда үшін де өте маңызды. Чемпионатты жеңіспен бастау. Алматы командасы бағана айтып өткеніміздей 90% команданың ойыншылары жаңарған, жаңа жасқа кешілер келген. Міне қазір Горняктың шабуылы, бірақ қақпашы Рудковский өз орында. Я, бұл Қазақстан жастар чемпионаты негізінен чемпионаттағы ойыншылардың жасы 16 мен 19 жас аралығындағы жас хоккейшілер. Демек алдағы уақытта еліміздің құрама командасының негізгі ойыншылары осы чемпионатта болашақ жұлдыздар өнер көрсетіп жатыр деп есептейміз. Әрине үміттенеміз. Қазір ойын Алматы қақпа маңынан шайба ойынға қосылды. Алматылықтар шайбаны өз иелігінде қалдырды. Шабуылға ұмтылған бестік. Я, бұл жерде Фатыхов, Родион Фатыхов шайбаға алғаш болып жеткенімен шайбадан айрылып қалды. Енді Горняктың шабуылы Станислав Семенов өз әріптестеріне пас жеткізу кезінде қателесті. Енді алма кезек шабуыл. Қазір ойынның негізгі бөлімі алма кезек шабуылдармен өтіп жатыр. Я, енді алғашқы шайбаны жіберіп алғаннан кейін Горняктықтар естерін жинап шабуылға ұмтыла бастады. Алыстан бағытталған соққы, бірақ қақпаға дөп жетпеді. Әлде болса шайба Горняктықтарда. Олег Малхасян қазір әріптесіне пас беру кезінде қателесті. Біздің ойымызша, яғни менің ойымша, осы Горняктықтар өте керемет шабуылды бастауын бастамақ жатыр. Бірақ пас беру кезінде қателіктер, әріптестер бір-бірінің ойын дұрыс түсінбей жатқан секілді. Ол әрине түсінікті, өйткені чемпионаттың алғашқы матчы. Командаға жаңа ойыншылар келген. Биыл чемпионатта, жастар лигасында, чемпионатта 12 команда өнер көрсетеді. Алматы, Ақтөбе, Арлан, Астана, Барыс, Горняк, Жас Батыр, Мұнайшы, Құлагер, Теміртау, Торпедо және Оралдық Ястребі клубы. 12 командаға жиналған, еліміздің әр түкпірінен жиналған жас хоккейшілеріміз Қазақстан чемпионатын кі
кім чемпионы болатын анықтайды. Әрине, бұл жарыс біз үшін өте маңызды, себебі біздің хоккейдің болашағы осы жастардың қолында. Міне, қазір Горняктың шабуылы әлі де нәтижесіз. Алыстан соққы бағытталады мекен, нағыстан соққы бағытталды. Қақпа маңында қарбалас, бірақ алматылықтар бұл қарбаласты әзірге жеңіске жетті. Алайда қазір ой тоқтатылды. Менің ойымша Алматы қақпа маңынан шайба қайта ойынға қосылады деп ойлаймын, иә. Тәртіп бұзылған. Қазір біз алматылықтарға нүктеге 89-ші нөмірдегі Александр Югай келді. Шайбаға талас Горняктың жеңісімен аяқталды. Алыстан қақпа маңында қарбалас, қақпаға соққы бағытталмады. Өкінішке орай, гол салғаннан кейін алматылық команда сәл есеңгіреп қалған секілді, себебі өз қақпа маңында өте көп шабуылдарға жол беруде. Міне, тағы да ұзақ уақыт таластан кейін Горняктар шайбаны алған болатын, бірақ қазір алматылықтар шайбаға тез арада иелік етіп, Юрий Андрусенко, иә, өткен маусымнан қалған санаулы ойыншылардың бірі осы жігітте бар бұл тізімде. Біз ара кідік бұл жігітті негізгі Алматының негізгі құрамынан да көріп қаламыз. Әзірге енді өрелі өнер көрсетіп жүрген жоқ, бірақ бұның өзі жетістік. Үлкендермен шайқасқан небәрі 19 жаста Юрий. Қазір алматылық командаға жиналу керек. Қала күнінде неге алматылықтарға керемет сый жасамасқа? Иә, бүгінгі ойында жеңіске жетіп, бұл команданың бас бапкері Юрий Бородулин маусымның басында сайланған болатын. Юрий Бородулин Өскемен хоккей мектебінің түлегі екенін барлығымыз білеміз. Бұған дейін Мұнайшы және Арлан командаларының бас бапкері болды. Алматылықтардың шабуылы соққы бағытталады ма екен? Соққы бағыттап көру керек жігіттер, неге көрмеске? Да, ят деген ай, қайтадан шайба өз қақпа маңымызға жақындап қалды. Әзірге Горняктықтардың шабуылы сәтсіз аяқталуда. Бұл команданың бас бапкері, әріптесім айтып өткендей, Андрей Шевченко. Иә, бірінші кезеңнің 10 минуты артта қалды. Есеп әзірге алматылықтардың пайдасында 1-0. Ойында жалғыз шайбаның авторы 22-ші нөмірде Жаслан Мажикенов. Ну что, вот и середина первого периода. Ну и пока, да, вот Горняк выровнял встречу. Очень интересно стали действовать подопечные Андрея Шевченко и прижали соперника. Алматы приходилось отбрасываться. Хороший силовой прием. Еще один силовой прием в исполнении Горняка. Ну вот включились Рудницы, но правда Алматы тоже провели довольно неплохие две атаки. Ну и вот сейчас шайбу отбирают раз за разом. Семенов, здорово! Ну вот здесь вот Неумывакин подстраховал партнера. Вот здесь удаление должно быть, так и есть. Так и есть, и это первое удаление. Не успел я сказать, что к середине периода у нас не было удаления, но у нас коммерческая пауза. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін.
четвертой встречи, а генеральный спонсор трансляции Жастар Хоккей Лига С по хоккею 1xbet. 1xbet, а ну что, первое большинство в этой встрече достается оно хозяевам, ну и давайте смотреть. Оно очень нужно в плане того, что Горняк разошелся и чуть-чуть успокоить. Хороший бросок Андрусенко в касание, но мимо створа летит шайба. Продолжает ее контролировать сейчас хозяева в зоне соперника. Борьба у борта за шайбу. Сейчас Горняк пытается шайбу вывести через ближний борт. Борьба за шайбу. Ну и есть, выводит шайбу. Выводит шайбу. Мажикенов ее подхватывает. Приходится из своей зоны начинать хозяевам. Неумывакин. Неумывакин вошел в зону на скорости. С неудобной отправлял шайбу в сторону ворот. Эта попытка была заблокирована. Закрывает сейчас синюю линию Мажикенов. Расставились хозяева. Бросок. Мажикенов здорово все сделал. Обыграл соперника. Выкатился на оперативный простор. Бросил. Алматы шайбу перехватывают. Вновь Горняк ее выводит из зоны. Мажикенов вновь активничает. Резко по тормозам. В районе круга вбрасывания находилась шайба. От синей линии бросок замаха мощно. Зарядил поворотом Черныш. Выбрасывает шайбу Горняк в очередной раз. Но есть еще 35 секунд у хозяев. Черныш шайбой за своими воротами. Ну здорово, Алматы хорошо проводит это большинство. Очень опасно. Были голевые моменты. Черныш, Черныш и... Бросок, Черныш, здорово, добивание, еще попытка. Ну, просто, люто не везет, еще бросок. Заблокировали сейчас Рудницы. Очень неприятно Рязанову сейчас, покатил он на смену. Ну и заканчивается большинство. Здорово отработал Шапошник в этом большинстве. Цинаев вошел. Правда, подождите, еще не все закончилось. Три хоккеиста Алматы находятся в чужой зоне. Ну вот, сейчас вышли через пас. Здорово. Горняк шайбу в зону забрасывает, но здесь вне игры фиксируется линейным арбитром. И еще одна коммерческая пауза. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар. Дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Большинство не реализовано, но компания 1xbet, спонсор трансляции. Смотри хоккей и болей за любимые команды вместе с главным спонсором спортивных эмоций. Вбрасывание у нас в средней зоне. Чуть больше, ну даже 6,5, да, минут остается до конца первого периода. 1-0 пока впереди хозяева. Провели они большинство, довольно интересно. Забросить не удалось, но вот продолжает Алматы. Активная игра. Бросок поворотом Неумывакин. Здорово поборолся на чужой синей линии. Шайба остается у Алматы. За лицевой линией поднимается шайба на синюю. По борту на ближнего. Но неудачно, да? Но вот здесь партнер здорово подсуетился. Бросок ближний. Еще попытка. И еще один бросок. Ну и добивание. Ну просто бросок за броском. Ну, правда, три броска. Два из них было заблокировано. А один Шапошник все-таки отразил щитком. Ну, а там пожар. Пожар был на пятаке. Давайте смотреть еще раз. Вот здесь, да, с выходом из заворот бросал поворотом Югай. Ну и дальше просто бросок за броском, бросок за броском. Пожар. Настоящий пожар был сейчас на пятаке у Горняка. Выигрывается вбрасывание алматинцами. Бросок. Бросал поворотом сейчас Филоненко. Заблокировал этот бросок Абдулаев. Ну и шайба покинула пределы площадки.
И вбрасывание в зоне Алматы. Ой, прошу прощения, Горняка, конечно же. Горняка, Андрюсенко на вбрасывание, напротив него Семенов. Первые звенья на льду, Андрюсенко выигрывает, бросок замаха. Бросил поворотом. Вот, не увидел я номера, к сожалению, а вот сейчас повернулся. Киргизбаев бросал поворотом. Ну, не стесняются, да, хозяева с разных дистанций бросать. И с дальней, со средней. Ну и еще момент, и гол! Вторая шайба ворота Горняка оказывается. И Арсений Филоненко, автор второй заброшенной шайбы у Алматы. И счет становится 2-0 уже. Да, неплохое начало. Неплохое начало, я имею в виду, сезона, да, вот так вот Алматы демонстрирует довольно-таки интересную, классную игру, комбинационный хоккей. Здорово получается у подопечных Юрия Бородулина, да, где-то в середине периода первого сложности были у Алматы. Горняк здорово включился, создавал моменты, закрыл в зоне Алматы, Алматы приходилось отбрасываться несколько раз. Но вот сейчас подопечные Бородулина пришли в себя, здорово атаковали, здорово прессинговали, ну и в итоге добились своего и забросили вторую шайбу. Но нужно Горняку включаться, как это было в середине периода, ну и попытаться одну шайбу отыграть для начала, да? Это, конечно же, для начала, бросок в ближний угол, ну вот сразу же и ответ от Рудненцев. В ближний угол, но Рудковский справляется. Побежали алматинцы вперед. В средней зоне их останавливают. Ну вот здесь как классно поборолся за шайбу Выговский. Ну и дальше Горняк шайбу перехват. Бірінші кезеңнің аяқталуына 5 минут уақыт қалды. Жаңа ғана алматылықтар есепті еселеді. 15-ші нөмірдегі Арсений Филоненко осылайша таблодағы есепті 2-0 жеткізді. Өте керемет. Әзірге алаң иелері өте керемет ойнауда. Оған дәлел таблодағы есеп. Ойыншылардың негізгі 80-90%-ға жуығы өзгерсе де, алматылықтар бірінші ойыннан бір-бірімен әзірге жақсы тіл табысуда. Бұл құрамда негізінен және гол. Міне, өте керемет. Алматылықтар аздаған уақыт ішінде үшінші шайбаны соғып кетті. Шайба авторы шатаспасам, қазір қайталаудан көретін боламыз. Міне, керемет шабуыл Арсений Филоненконың басынан кейін. Керемет гол соғылды. Осылайша бірінші кезең нәтижесі бойынша есеп 3-0 жеткізілді. Әзірге Юрий Бородулин шәкірттері өте керемет ойнауда. Константин Филимонов алматылықтардың үшінші шайбасын қақпаға тура бағыттаған. Осы беттен қайтпау керек. Қазір алматылық командаға алда әлі екі кезең бар. Бірінші кезеңнің аяқталуына әлі 3 минут бар. 3 минуттан аса уақыт бар. Бұл 3 минут деген сөз хоккейде өте үлкен, өте көп уақыт. 3 минутта бірнеше гол соғуға болады. Шайбаны қақпаға тура бағыттауға. Ендеше қазір алматылық команданың келесі бестігі. Біз бұл жерден Александр Шипулинді көріп отырмыз. Және нүктеде шайбаға таласқан Юрий Андрусенко. Камал Черниш. Кешірім сұраймыз. Және де 21-ші нөмірде Елисей Суровцев бестігі. Бұл бестік үшінші бестік.
Қазір жігіттерді көретін боламыз, әлеуетін. Енді араласып кеткен шыны керек. Бірінші бестікінде жігіттері жүр. Міне Филоненкінің тағы да керемет пасы жігіттерге берілген. Әзірге шабуылда Филоненкі өте керемет өнер көрсетуде. Россиядан, яғни Ресейден келген легионеріміз жасы небәрі 17-те. Жалпы Алматы жастар құрамасы сапында үш легионер ойыншы бар. Олар барлығы да Ресейден келген. Данил Шулепов, Никита Фетисов және де осы Арсений Филоненко. Қазір біз Арсенийді өте керемет ойын өрнегін көрсетіп жатқанын көріп тұрмыз. Демек, сырттан әкелген жігіттер, жас жігіттер алғашқы ойыннан ақ нәтиже беруге тырысып барын салуда. Қазір алаң ортасынан алматылықтар шайбаны алып-алып алыстан соққы бағыттап еді. Бірақ қақпашы өз орында. Бұл соққыны бағыттаған Юрий Андрусенко. Ал Никита Шапошник өз орында. Қазір ойын Горняк қақпа маңынан шайба ойынға қосылатын болады. Шайба аталаста Никита Федизов және Станислав Семенов. Қазір көретін боламыз. Шайба алматылықтар сапында қалды. Шабуыл қалай болады екен? Жоқ, шабуыл әзірге пас алмасу кезінде қателіктер көп кетіп жатыр. Жалпы жастардың ойыны жаман емес. Өте қызықты ойын. Әдегеннен ойын басталғаннан екі команда шабуылға ұмтылуда. Бір-біріне еш аяушылық көрсетіп жатқан жоқ. Және ең бастысы жігіттердің ешқайсысы алаңда тоқтап қалғанын көрген жоқпыз. Мұз айдынында жас жігіттер небәрі 16, 17, 18, 19 жастағы жігіттер. Қарап тұрсақ, қарапайым ғана бір ақпарат. Алматы құрамының сапында 20 жастағы небәрі 2 ойыншы бар. Ол Жасұлан Мәжікенов және Егор Бастаногов. Қалған жігіттердің дені 17, 18 жаста. Қандай керемет, е? Бұл жігіттер ертең аздаған уақыт аралығында негізгі құрамға қосылып керемет ойын өрнегін көрсетіп еліміздің ұлттық құрамасында өнер көрсетеді деп бек сенеміз. Міне тағы сол Филоненкінің керемет пасы. Алайда жігіттер сәтті пайдалана алмады. Алыстан соққы бақталады екен. Қазір 1 минуттан өте аз уақыт қалды бірінші кезеңнің аяқталуына. Әзірге алматылықтар толассыз шабуыл жасауда. Бірінші кезеңде мәселені барынша шешіп тастауға тырысуда. Қазір қақпаға соққы бағыттауға мүмкіндік болады екен. Оны көретін боламыз. Пас алмасу кезіндегі қателік. Қазір Барадулин шәкірттері Андрей Шевченконың құрамасына қарағанда өте жақсы ойын өрнегін көрсетуде. Оған таблодағы есеп дәлел. Қазір горняктықтар әупіріндеп жүріп өз алаңдарынан шайбан шығарған болатын. Соққы бақытылам екен. Санаулы секундтар алыстан бақытылған соққы, бірақ қиыс кетті. Осылайша Юрий Андрусенкінің соққысынан кейін бірінші кезең аяқталды. Бірінші кезең бойынша есеп 3-0 алды алматылық команда. Матчты керемет бастады. Ойынның 15-ші минутында Жасұлан Мәжікенов бұл ойындағы жалпы чемпионаттағы алматылықтардың ең алғашқы шайбасын соққан болатын. Одан кейін Арсений Филоненко, Ресейден келген жас жігіт, өте керемет ойын өрнегімен көзге түсуде. Ал үшінші шайбаны тура бағыттаған бізде
Константин Филимонов осылайша есеп 3-0, алда алматылық команда. Бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Спорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport. We'll be right back.
Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін.
Ну что, смотрим мы повторы первого периода. Смотрим опасные моменты заброшенной шайбы. На самом деле, очень интересный период. А по большей части, конечно же, в исполнении хозяев. Но были моменты и у Горняка. Ну, была штанга. Это вот сейчас Андрусенко, да, пытался. Великолепный был проход. Ну, в общем, Алматы, конечно, упустила инициативу к середине периода. Но смогли все-таки период-то выиграть. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть. Уже несколько опасных моментов было. Вот он, первая заброшенная шайба. Случилась она на 5-й минуте. Великолепная передача. Черныш сделал, выполнил. Нет, Фетисов все-таки делал передачу, но Мажикенов в касание шайбу в ворота отправляет. Ну и Алматы после этой заброшенной шайбы немного сдали обороты, сбавили, скажем так, да. Горняк перехватил инициативу, бросал по воротам. Ну вот как-то не шла шайба. Но Алматы потом пришли в себя и великолепные моменты создавали. Вот только что Югай бросал по воротам с выходом из-за ворот. Но шайба также не шла. Ну и Шапошник здорово действовал в воротах. Но Алматы продолжали. Горняк уже где-то не поспевал за хоккеистами хозяев. Упускали момент за моментом. Ну и вот здесь Алматы все-таки свой момент реализует. Реализует его Филоненко. На 15-й минуте все это произошло. Точным ударом из-под защитника бросал. Ничего не видел Шапошник в этом эпизоде. Ну и вот так вот 2-0 счет у нас стал. Ну и вот эта третья шайба. Очень все красиво в этом эпизоде. Почему здесь ассистент не записан Филоненко? Но это его передача. Все сделано было здорово. Ну и Филимонов отправляет шайбу в ворота соперника. Это третья шайба под номером 3. Еще момент вот был на ваших экранах. Шулепов мог еще одну шайбу забрасывать. Ну и на последних секундах Андрусенко бросал по воротам, но Шапошник выручает в ближний угол. Был нанесен бросок. Лишь одно удаление было в первом периоде. Удаление было у Лопухова за подножку. Алматы в большинстве поиграл, но в неравных составах забросить не сумели. Ну и давайте посмотрим, да, что касается статистики. Статистики первого периода по цифрам. Ну, 3 гола, это я уже сказал. Броски в створ 26-8. Представляете, да, какая сумасшедшая разница. 26-8. Алматы перебросал своего соперника. Ну, а по блокированным броскам, естественно, впереди Горняк. С учетом бросков Алматы, да, 2-6. 6 бросков было заблокировано. Ну, просто сумасшедшие какие-то цифры. На точке вбрасывания лучше Алматы, но на немного 12-11. Ну и по штрафному времени я вам уже сказал, 2 минуты было у Горняка. Ну и это все, что было у нас в первом периоде. Давайте я скажу о параллельных матчах. Кулагер принимал Барыс, там игра закончилась со счетом 1-12. Барыс выиграл. В Ускаменогорске Торпедо принимает Атарауский Жас Батыр. Вот так вот финалисты кубка, да, в первой же встрече чемпионата регулярки встречаются. Ну и пока там третий период, 1-2 атерауцы впереди. Ну а Арлан Астана здесь 1-4. Ну и наша с вами встреча. Ну и вот-вот уже начнется у нас первый период. Прошу прощения, второй, конечно же, второй. Я на табло посмотрел, на табло первый написано, чуть-чуть сбил меня. Второй период вот-вот начнется, со счета 3-0 он начинается. Ну и еще достаточно времени у Горняка для того, чтобы в игру в эту вернуться. Нужно лишь забросить одну шайбу. И там уже считай, что рудницы вернулись в эту встречу. Две шайбы — это уже не три. Естественно, не Америку я открыл, но пока у Алматы есть очень-очень комфортное преимущество. Қазір төрешінің сырғынан кейін екінші кезең басталатын болады. Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша 3-0 алда алаң иелері Алматы жастар командасы.
Я зря алматылықтар ойында өте сәтті бастады. Жалпы хоккейден Қазақстан кубогының бас демеушісі Адинэкспет компаниясы. Олай болса, міне, ойын басталды. Әдегенден ақ әдеттегідей алматылықтар шабуылға ұмтылды. Біз қазір алматылық команда сапында алғашқы бестік. Қақпашылар өзгерген жоқ. Иван Рудковский. Я, міне, және тағы да айтып ауыз жиғанша болған жоқ. Гол! Шайбаны тура бағыттаған, шатаспасам, Юрий Андрусенко. Осылайша екінші кезең басталғаннан ақ дегеннен, я, өте керемет пастан кейін Демид Выговскийдің пасынан кейін шатаспасам Юрий Андрусенко есепті 4-0-ге жеткізді. Я, ойын басталар алдында біз әттесім екеміз өте қатты күмәнданған едік Алматы құрамасының 90% құрамының жаңа екенін ескере отырып, алғашқы ойын қалай өтетіні өте қиын сұрақ болған. Алайда алматылықтар барлығын жоққа шығарды. Осылайша әзірге өте жақсы есеппен таблода алда тұр. Әзір көретін боламыз. Енді горняктықтар есе қайтара алады ма? Міне, ең басты сұрақ осы. Әзірге горняктық хоккейшілер алматылықтарға қарсы еш қарсылық көрсете алмауда. Бір сөзбен айтқанда, міне, алматылықтардың тағы бір шабуылы 4-2 қалып кетті. Алайда қақпашы Никита Шапошник өз орнында. Біз горняктықтар сапынан алғашқы бестік кімдерді көріп тұрмыз қазір. Мына бір шабуыл аяқталғаннан кейін қорғаушы сәтті ойын өрнегін көрсете білді. Тағы да шабуыл. Я, біз қазір 42-ші нөмірдегі Дмитрий Рязановты көріп отырмыз горняктықтар сапынан. Сонымен қатар 93-ші нөмірді Альберт Боб шабуыл шебінде. Және 22-ші нөмірде. Я, біз горняктықтарды таныстырып болам дегенше, алматылықтар тағы да гол соғып кетті. Зияудин Зинаев шайбаны қақпаға тура бағыттады. Есеп 5-0. Керемет, ғажап. Өте тамаша ойын өрнегін көрсетуде. Я, Зияудин Зинаев алматылықтардың 5-ші шайбасын соқты бүгінгі ойындағы. Осылайша Юрий Барадулин шәкірттері. Я, осылайша Юрий Барадулин шәкірттері маусымды өте тамаша бастауды. Әзірге екі кезеңнің қорытындысы бойынша, я, екінші кезең енді ғана басталды. Я, бұл жерде ойын ережесі бұзылған алматылық команда сапынан. Қазір 18-ші нөмірдегі Камаль Черныш алаңнан менімше 2 минутқа қолды. Алматылықтар 4 ойыншымен, мұз айдында 4 ойыншымен қалды. Енді горняктықтар үшін бұл өте үлкен мүмкіндік. Есеп ашуға, жалпы маусымдағы алғашқы голды соғуға. Естеріңізге, я, қарсыласын аяғынан шалған үшін Камаль Черныш 2 минутқа алаңнан қуылды. Жалпы бұл, естеріңізге сала кетейік,
Одних спет жастар лигасы шайбал хоккейден, яғни жастар арасындағы Қазақстан чемпионаты. Алматы командасы осының алдындағы Қазақстан кубогында өкінішке орай өнер көрсете алмады. Белгілі бір мәселелер біз толық білмейміз. Мүмкін ол қаржылық мәселелер, мүмкін тағы да басқа мәселелер. Алайда чемпионатта өнер көрсетуді ұйғарыпты. Я, алматылық команда негіз шыны керек жолдастық кездесулерді өткізген жоқ. Негізі командамен дайындықты бірге жасады. Негізі командаға қарсы ойнады. Алайда ешқандай жолдастық кездесу өткізбеді. Қазақстан чемпионатында ойнаған жоқ. Сол себепті бізде күмән болған. Алматылық жас команда қалай өнер көрсетеді деген. Міне Гарнастардың керемет шабуылы. Я, және бір ойыншы басындығын керемет пайдаланып кетті. 13 номердегі Лев Крицин. Гарнак сапындағы, осы маусымдағы Гарнактардың алғашқы шайбасын соқты Лев Крицин. Я, әзірге есте бір таблодағы есеп өте тартысты өтуде. Толассыз шайбалар қақпаға тура бағытталған. Бұл әрине ойынның қызығын одан әрі келтіреді деген сөз. Я, жалпы Лев Крицинге пас берген ассистент Олег Малхасянның керемет пасынан кейін Лев Крицин алматылықтарға алғашқы шайбаны, алматылықтарға қарсы алғашқы шайбаны соқты. Қазір алаңдағы ойыншылар саны теңесті. Енді алматылықтар тағы да есепті еселегісі келеді. Барынша алға ұмтылуда тайлы тұяғымен. Екінші кезеңде әзірге Гарнактар бір өрелі ойын өрнегін көрсетіп жатыр деп те айта алмаймыз. Я, бір шайба соқты. Әзірге екінші кезеңнің 5 минуты өтті. Есеп 5-1. Что за сумасшедший у нас второй период, его начало, да, мы за весь первый период с вами посмотрели 3 заброшенные шайбы, а во втором периоде за 5 минут только второго периода мы уже увидели с вами 3 шайбы, смогли реализовать свое большинство Горняк, ну и здорово, да, первое большинство и сразу же реализуют его орудницы, ну и я думаю, что этим может быть доволен Андрей Шевченко, но работы еще много. Работы еще много, 4 шайбы нужно отыгрывать. Но Алматы-то не перестал играть хорошо, да? Продолжают атаковать, продолжают бросать по воротам. Ну и вот накрывает сейчас шайбу Шапошник. И будет вбрасывание в зоне Горняка. Третье звено на льду сейчас у Алматы находится. Соответственно, Шулепов на вбрасывание, напротив него Семенов. Нет, это не Семенов, это был Абдулай. В итоге Абдулаев-то вбрасывание выигрывает. Алматы поборолись, здорово! Бросок по воротам, еще один! И оба броска были заблокированы сейчас Филимонова. Продолжает Алматы контролировать шайбу в зоне атаки. Закрывается борт. Перехват шайбы. Хороший силовой прием. Шайба остается сейчас у Горняка. Вот момент. Ай-яй-яй. Может быть, стоило бросать по воротам. Но вот тут решил не жадничать, а сделать передачу на партнера. Но передача не получилась у Филоненко. Еще один прострел на пятак. Ну, шайба просто ходит по пятаку свободно. Никому не принадлежит. Вот сейчас Горняк шайбу отбирает. Вывести в среднюю зону удается. Правда, со второй попытки. Но это не важно. Главное ее было вывести. Черныш. Длинная передача. Здесь играет клюшкой Шапошник.
Еще одна передача, ну и все. Атака у Алматы захлебнулась. Здесь уже Рудковский играет клюшкой. И уже пытается Горняк в чужой зоне шороху навести. Но Семенову уже надо покинуть, да, зону соперника, потому как было бы положение вне игры. Выводится шайба в среднюю зону. Перехват! И здорово! Бросок по воротам. Очередной в исполнении Алматы, но был заблокирован бросок. С шайбой сейчас Рудницы побежали вперед гости, но не позволяет им выйти из зоны. Там Крицын, автор пока единственной заброшенной шайбы. С шайбой Крицын попытался там протиснуться сквозь двух соперников. Не получается, останавливают его. Шайба остается у Горняка. В своей зоне катаются пока гости. Раскатываются, поддерживают сейчас Алматы. Горняк пока не могут выбраться. Длинная передача, диагональная на Семенова, неточная. Алматы уже шайбой завладели. Правда, тут перехват. И вот хороший момент на контратаку. 2 в 2 с догоняющим. Алматы выходит. И резко по тормозам. Классно тут как сыграл сейчас Сертаев. В падении шайбу выбил. Очень здорово, изящно смотрелось. Андрюсенко на партнера. За лицевой линией пока шайба находится. Вновь Андрюсенко продолжает находиться за лицевой линией. Не пускает Горняк пока на оперативный простор. Все пока вот за лицевой, за воротами. Ну, в итоге Горняк уже в атаке. Ну и здесь уже Алматы в обороне отыгрывает здорово. Хвалим мы Цинаева. Побежали вперед алматинцы. Вот так вот, да, во втором периоде среднюю зону вообще не замечают команды. Очень быстро ее проходят. На одном дыхании хоккей смотрится. Вот сейчас Рудковский чуть было сам себе не привез. Ну, вот, перехватывает Алматы. Но здесь вне игры фиксирует линейный арбитр. Ну и у нас первая коммерческая пауза. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Любите хоккей или другие виды спорта? Тогда переходите на сайт главного спонсора трансляции компании 1xbet. Поддерживайте своих фаворитов вместе с нами. Ну что, вбрасывание в средней зоне. Остается оно сейчас за Горняком. Выигрывает вбрасывание Стенников. Пытались развить успех Горняк, но Алматы перехватывает шайбу, выводит ее в среднюю зону. Ой, как красиво! Выходят в атаку! Выход 1 в 0! Бросок! Гол! Великолепный момент! Великолепная шайба! Красота! Красота, друзья! Арсений Филоненко забрасывает свою вторую шайбу в этой встрече! Ну, какой проход! Какие передачи! С самого начала эта атака смотрелась на загляденье. И Филоненко как здорово уложил сейчас Шапошников. Спокойно поднял шайбу и забрасывает шестую шайбу Алматы. И счет становится 6-1. Очень классно, очень классно. В две передачи довели шайбу до Филоненко. И тот на скорости убегает, не оставляя шанса защитнику. В итоге ни защитнику, ни вратарю. Ну что, опять усложняется задача для Горняка. Вновь нужно отыгрывать 5 шайб. Ну и пока Алматы с шайбой раскатываются хозяева. Длинная передача. Было касание, не будет проброса. Здесь Выговский. У Выговского шайбу отбирают.
Борт закрывается. Здорово здесь действует Мажикенов. И еще момент. Ну тут уж прям издевательски хотел забросить сейчас Фетисов. Но не получилось этого сделать. Фетисов с шайбой на синюю линию поднимает. Киргизбаев отправляет шайбу за ворота. Передача под бросок. Ох, как замахом мощно с района круга вбрасывания заряжал там 23 номер, а это Выговский. Такая позиционная атака у Алматы. Довольно долго они находятся уже в зоне соперника. А с учетом дальних скамеек так вообще тяжело сейчас Горняку приходится. Бросок по воротам. Отражает Шапошник. Продолжается атака. Еще момент. Бросал по воротам Фетисов. Ну и шайбу в ловушку ловит Шапошник, ставя игру на паузу. Екінші кезеңнің 10 минуты артта қалды. Жаңа ғана өздеріңіз көргендеріңіздей, Алматы командасының сапынан Арсений Филоненко есепті 6-1-ге жеткізді. Әзірге екінші кезеңнің 10 минутында қақпаға 4 шайба тура бағытталды. Оның үшеуін алматылықтар, біреуін Горняк командасы салған болатын. Горняктардың жағдайы қазір өте қиын, себебі 5 шайба соғу керек, егер есепті теңестіргілері келсе. Алайда алматылықтар оған мүмкіндік береді ме? Әзірге жоқ. Ойын көрсеткіші бойынша мүмкіндік берер емес. Керемет ойнап жатыр алматылықтар. Оған дәлел таблодағы есеп. Өз жерлерінде, өздерінің мұз айдынында, Халық Арена мұз айдынында чемпионатта өте керемет бастап жатыр. Әрине. Есептегі табло мақтауға тұрарлық. Қазір алыстан бақталған соққы Горняктардың Лев Крицин соққысын. Бұл жолы Рудковский. Рудковский ұстап қалып еді. Қазір бірге бір қарымта шабуылда алматылықтан тағы да гол соғып кетті. Есеп 7-1. 9-ші нөмірдегі Родион Фатыхов қақпашымен, Шапошникпен бірде бір шығып қанжығасын керемет голмен майлады. Осылайша Родион Фатыхов есепті 7-1-ге жеткізді. Родион былтырғы маусымда қалған санаулы ойыншылардың бірі. Осылайша есеп 7-1-ге жетті. Керемет. Бүгінгі ойында қақпаға тура бағытталған шайбалар саны әзірге 7-1. Ал екінші кезеңнің аяқталуына әлі 9 минут бар екен ескерсек, алда әлі 3-ші кезең бар екен ескерсек, бүгін голдар саны өте көп болады секілді. Қазірдің өзінде де ойын қызықты өтіп жатыр деп әбден айтуға болады. Горняктардың жағдайы өте қиын, өте қиын. Қазір бапкерге барынша жігіттеріне енді намыстарын жігерлеу керек. Команданы ояту керек жігіттерді. Жігіттер жас, бәрін түсінеді, барлығын өзгерте алады өз қолдарында. Шаршап қалатындай жаста емес. Қазір бұл жігіттерді қызып тұрған шағы. Біз қазір алаңнан Давид Стениктің құлап жатқанын көріп тұрмыз. Давидке қарсы ойын ережесі бұзылды ма? Қазір өзін ауыр сезінуде жоқ, бірақ қазір төрешіге қарсылас команданың ойыншысы итеріп кетті деп айтып жатыр енді. Төреш қандай шешім? Ох-ох-ох.
енді бұл хоккейде қалыпты нәрсе негізі. Юрий Андрусенко. Тәртіп бұзылмаған секілді көрініп тұрмаған. Төреш қалай ойлайды екен? Төреште хоккей контакты спорт түріне жататын ескерсек, өте. Жаңағы орысша айтқан кезде жесткий ойын дейді ғой. Сондықтан да бұл хоккейшіні қалыпты нәрсе. Мүмкін футболда, футбол ойнағанда төреші ескерту берер ме еді. Алайда хоккейде олай емес. Қазір гальяктардың шабуылы алыстан соққы бағыттап көреді ме? Әлде әріптесіне пас дей ме? Әріптеске берілген пас. Қақпа маңында қарбалас, албатылықтар шайбаны өз алаңдарынан шығарып алып кетті. Павел Неумывакин. Я бүгіндікке біз бұл ойыншының атын айтқан жоқ едік. Павелдің шайбаны алған сол еді, бірден демалысқа кетті. Қазір келесі бестік. Алматылық команда бір ойыншыға кем. Я, жаңағы сәтте бір ойыншы ескерту алған екен. Сіздерден кешірім сұраймыз қате ақпарат үшін. Енді гарнитур тағы да шайба соғады екен. Бағанағы ойында бір ойыншы басы болған кезде бір шайба соққан еді. Әлі бір минуттан аз уақыт бар. Алаңдағы ойыншы басымдығын сәтті пайдаланып кетеді ме? Төрт ойыншымен шабуылға тырысып жүр алматылықтар. Сенімділіктері өте мықты жігіттердің. Міне қазір гарнитур шабуыл бастап көруде. Әріптеске пас беріледі ме? Жоқ. Алматылық қорғаушылар әзірге өз орнынан табылды. Пас беру керек жігіттер. Жоқ, меніңше гарнитур гол соға алмайды секілді. Дәл қазіргі сәтте пас беріледі ме? Жоқ. Әзірге шайба гарнитурда. Алматылықтар шайбаны жаңағына алып қоймады, алайда гарнитурлар өздеріне қайтарып алды. Төреші ойын тоқтатты. Қазір екі команда сапында да ойыншылар ауысатыны анық. Я, былтырғы жылы Алматы құрамасы соңғы ойында Ақтөбені 4-3 есебімен ұтып, үздік 8-дікке, яғни плей-оффқа 8-ші команда болып жолдама алдыған. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Ойын ары қарай жалғасуда, есеп 7-1. Жаңағы үзіліп қалған әңгімеміз жалғай кетсек, я, өткен маусымда алматылықтар 1-4 ойынға 8-ші орынмен шыққан болатын, және Барыс командасына қарсы 1-4 ойындарында 3 кездесуде де жеңіліп 1-4-тен ойында аяқтаған, чемпионатта аяқтаған болатын. Ол маусымда Барыс финалға дейін жетті, және финалда Ястребы командасына оралдық. 3-3 ойын нәтижесінде жеңіп, жастар лигасында чемпион атанған болатын.
Ал Гарнактар ол жылы 12-ші орыннан көрінді. 13 команданың ішінде 12-ші орын алды. Қазір командалар алма кезек шабуылмен алмасуда, алматылықтардың жаңа бір шабуылы әртпеске алысқа берілген. Шабуыл шебіне берілген пас. Алайда Горняктар шайбаны өз елігінде қалдырған болатын, бірақ пас беру кезіндегі қателік алматылықтардың шайбаға елік етуіне алып келді. Шабуылда кім бар? Шабуылда алматылықтар сапында ешкім жоқ. Енді қорғаныстан шабуылға пас беріп еді қорғаушылар. Горняктар сәл шатасып барып шайбаны елік еткен еді, алайда алматылықтар өз елігінде қалдырды. Қазір ойын сәл саябырсыды деп айтсақ болады. Себебі түстікті, есеп жетті бір. Алайда алма кезек шабуылдармен алмасып жатыр. Ну что, 5 минут остается у нас до конца второго периода. Давненько команды не забрасывали по меркам второго периода, да, если мы берем. Ну что, 4 шайбы Алматы забросил, одну шайбу Горняк. Итого 5 шайб мы во втором периоде с вами уже посмотрели. То ли еще будет, нас еще ждет третий период. И наверняка Горняк так просто не сдастся и попробует отыграть, да, эти 6 шайб, которые нужно отыграть. Но начинать нужно сейчас. Начинать нужно сейчас. Желательно бы 2 шайбы еще до конца забросить, если хотят рудницы отыграться. Ну а пока по воротам бросил Юрий Андрюсенко. Смена вратаря случилась после 7-й заброшенной шайбы. Никита Шапошник уступил свое место Руслану Кускенову. Теперь именно он защищает ворота. 16 лет этому парню. Вбрасывание в зоне Горняка. Выигрывает. Вбрасывание. Бросок по воротам. Выиграли вбрасывание алматинцы. Арсений Филоненко. Дубль на его счету сегодня. Также здорово действует Филимонов. У него гол и голевая передача. Выигрывается вбрасывание. Бросок из-за ворот. Ближний угол. Справляется Кушкенов. Продолжает Алматы осаждать ворота соперника. Позиционная атака хозяев. Бросок от синей линии. Заблокирован. Теперь уже Горняк побежал вперед. 3-2 с догоняющим. Неудачная передача. Здесь, естественно, Цинаев первый на шайбе. Через ближний борт не удается. Бросок издали. Выручает Рудковский. Нет, не выводит шайбу алматинцы. Ну что, Горняк еще поиграл в большинстве, да? Свою шайбу они на 24-й минуте именно в большинстве забросили. Но во втором большинстве отличиться не удалось. Но моменты были. Моменты были. Интересно действует подопечный Андрея Шевченко в большинстве. Но вот пока в равных составах мало что получается во втором периоде. Ну вот броски издали, по крайней мере, по воротам соперника наносятся. Но маловато бросков по воротам Рудковский. Побежали вперед сейчас алматинцы. В средней зоне застряли, останавливает их соперник. Здесь уже Волобуев с шайбой. Через ближний борт среднюю зону шайбу выводит. Ну и вот сейчас вновь Волобуев. Алматинцы вернули шайбу в зону соперника. Но пока нет контроля. Пока соперник контролирует. Но вот сейчас здорово как сыграл Выговский. Подбил клюшку. Но вот развить успех не удалось. Горняк в зоне соперника. Передача на коротке. Ну и там уж вдвоем отбирают шайбу алматинцы. Ну и все. Шайба выходит в среднюю зону. Здесь еще попробуют алматинцы выйти в атаку. А я напомню, 2 выхода в ноль уже у алматинцев были. И 2 выхода в ноль реализовали. Филоненко и Фатыхов. Соответственно, дважды вышли хоккеисты Алматы 1 в ноль. Ну и реализовали. 100% реализация таких моментов. Ну и сейчас Кушкенов шайбу накрывает. Ну что, 2 минуты остается до конца второго периода. 7-1. Ну и пока Алматы уверенно. Очень уверенно выигрывает. Очень уверенно ведет в счете. И
не собирается успокаиваться. Не собирается успокаиваться подопечный Юрия Бородулина. Ну да, ждали долго болельщики, чтобы посмотреть на алматинский клуб, именно молодежку, потому как нигде не было ни товарищеских игр, ни на кубок не поехали, не было денег ехать на кубок молодежки. Но видим, что, по крайней мере, по этой встрече, да, что алматинцы могли бы на кубке себя здорово проявить. И вот тут рукой забрасывает, да. Эту шайбу явно не засчитают, ее не стоит отмечать, это явно бросок рукой был совершен, поэтому даже смотреть повтор не нужно. Не отмечают алматинцы заброшенную шайбу, не увидит, но такие моменты не упускает. Такие моменты не упускает, такие грубые ошибки. Была бы арбитра, да, но вот здесь вот подлетела шайба и рукой ее просто Фетисов туда отправил. А выигрывается вбрасывание горняком. Вновь Алматы высокий прессинг демонстрирует. Уже четвером находятся в зоне соперника. Совсем уже не боятся ничего хозяева. Идут вперед, но вот рудницы вышли в атаку. Правда, борьбу силовую выигрывают все-таки алматинцы. Фатыхов побежал вперед. На скорости вошел в зону. Попытка обыграть соперника. Жунусов не позволил этого сделать. Борьба за шайбу за воротами. По два хоккеиста с каждой стороны борются сейчас за шайбу. Уже за лицевую линию. Чуть-чуть попробовали сейчас алматинцы выйти. Удается бросок. Заблокирован. Фатыхов бросал. Очень много бросков блокирует горняк. Еще попытка броска и вновь заблокирована. Бросал от синей линии сейчас Суровцев. Вновь Алматы с шайбой. Фатыхов ее туда забрасывает. В зону соперника, я имею в виду. Здесь Жунусов первый на шайбе. Через дальний борт. Теряет вновь горняк. Очень много у горняка браков передачи. Очень много орудницы теряют шайбу в своей зоне. Но алматинцы скоростью, да, своим напором в тупик ставят соперника. Бросок Андрюсенко заблокирован. Еще попытка. Замаха на сей раз. Кушкенов блином отражает. Еще передача на пятак. И момент добивания. Ну, здесь вновь пожар на пятаке. Но на сей раз потушили горняк этот пожар. Ну и звучит сирена. Звучит сирена. Со счетом 7-1 завершается у нас второй период. Сумасшедший второй период. Множество заброшенных шайб. А если быть точным, 5 их было. 4 шайбы забросили алматинцы. Одну забросили горняк. Андрюсенко, Цинаев, Филоненко и Фатыхов. Авторы заброшенных шайб у алматинцев. Ну а единственную шайбу горняка забросил в большинстве Крицын. Таким образом, 7-1. Давайте тоже отдохнем. Через 17 минут вернемся. И уже будем смотреть третий период.
Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Инспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на Инспорт. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Thank you.
Ну что, смотрим заброшенные шайбы второго периода. Долго не затягивали команды. 29 секунд понадобилось алматинцам, чтобы забросить свою первую шайбу во втором периоде. Андрюсенко ее автор. Дальше Цинаев счет сделал 5-0 на 23-й минуте. Сам бросил, потом сам добавил. Это уже 2 минуты спустя на 23-й минуте, повторюсь, да. Но все-таки Горняк одну шайбу отквитал. В большинстве Крицын забросил на 24-й минуте, да, минуту спустя после пропущенной. Горняк смог одну шайбу отквитать. Вот она, эта шайба. Пустые были ворота, и Крицын с метра не промахнулся, так скажем, да. Но Алматы не позволил долго радоваться Горняку. И спустя 5 минут Филоненко забрасывает свою вторую шайбу в этой встрече, делая счет 6-1. Ну и дальше выход 1-0. Второй в этой встрече после выхода Филоненко. Сразу же выход 1-1 Фатыхова спустя буквально 3 минуты. И Фатыхов не промахивается, делает счет 7-1. Вот тут блокировка, Андрюсенко удален был на 2 минуты. Ну и Горняк в очередной раз поиграл в большинстве, но на сей раз не смог реализовать большинство. Ну и Фетисов вот так вот шайбу ворота соперника рукой отправил. Ну и арбитр это сразу увидел и не засчитал эту заброшенную шайбу. Ну, чуть больше 3 минут у нас остается до начала второго периода. Ой, третьего периода, прошу прощения, у меня все как-то с опозданием, скажем так. Третий период, да, давайте поговорим о цифрах второго периода. Я имею в виду именно броски в створ. Хотелось бы отметить, да, 14-8 хозяева перебросали своего соперника. По блокированным броскам здесь лучше Горняк, как и в первом периоде, 3-6. По выигранным вбрасываниям на сей раз лучше выглядел Горняк. Здесь 9-11. Ну и штрафное время Алматы лучше со знаком минус. 4 штрафные минуты против нуля у Горняка. Ну и одна шайба была заброшена в большинстве. Эта шайба была заброшена подопечными Андрея Шевченко. Ну и давайте сразу, да, поговорим о цифрах в общем. За два периода алматинцы чуть больше, чем в два раза перебросали своего соперника, 40-16. Блокированные броски 5-12 в пользу Горняка. На вбрасывании здесь лучше Горняк, 21-22. Ну и штрафное время 4 минуты у Алматы, 2 было у Горняка. Еще в первом периоде Горняк один раз удалился. Голы в большинстве. Одна шайба была заброшена в большинстве. Что касается у нас параллельных встреч, да, закончилась игра в Усть-Каменогорске. Жасбатыр выиграл со счетом 2-4. Второй период сейчас идет Орлан-Астана. Здесь 2-6 Астана впереди, ну и наша с вами игра. Также в 5 часов сегодня будут играть Мунайши и Ястребы, Темиртау, Актобе. Эти две игры закончат игровой день. Очень-очень большой сегодня игровой день Жастар Хоккей Лига С. Ну что, минутка остается у нас до начала третьего периода. Ну что, очень интригует меня, как будет играть Алматы. Продолжать также наседать на ворота соперника или уже будут немного готовиться уже к завтрашней встрече, на эконом-режиме играть, сберегая силы на завтра. Или же все-таки продолжат куражиться и попытаются забросить еще шайбы. Ну или же все-таки есть еще вариант, как поиграть до середины периода в агрессивный атакующий хоккей, ну а затем уже эконом-режим включить и попытаться сэкономить силы на завтра. Ну а у Горняка, вот нам показывает Андрей Шевченко, у Горняка нет других вариантов, кроме того, как идти вперед и попробовать отыграться. Ну, 6 шайб за 20 минут вполне себе возможно, но нужно начинать прям со старта. Идти вперед и осаждать ворота. И в ближайшие 2 минуты со старта третьего периода Горняку желательно бы забросить.
Я, құрметті достар, ойынның үшінші кезеңі басталды. Екі кезең қорытындысы бойынша есеп 7-1. Жаңа ғана менің әріптесім бүгінгі ойындағы екі кезең бойынша статистикалық, толық статистикалық мәліметтерді айтып кеткен болатын. Және де бірінші тур ойындарының басқа командалар арасындағы нәтижелерімен де толық таныстырып өтті. Қазір бізде Алматы қаласында Халық Арена мұз айдынында жергілікті Алматы жастар клубымен Горняк командасы Рудныйдан келген жастар лигасының бірінші тур ойындарын өткізуде. Иә, алматылықтар екі кезең қорытындысы бойынша өте керемет нәтиже тіркеп тұр. Алайда Горняктықтар үшінші кезеңде мүмкін ешіп ойындағы есеп айырмасын қысқартып кетуге тырысама деп үміттенеміз. Алайда алматылықтар керемет шабуыл жасады. Алайда соңғы сәтте қорғаушы өз орнынан табылды. Қазір біз алаңда кімдерді көріп отырмыз? Бірінші қонақтардан бастайық. Біз қазір 17-ші нөмірде Олег Малхасянды және 9-ші нөмірде Данил Волобуевті көріп отырмыз. Сонымен қатар 7-ші нөмірдегі 13-ші нөмірдегі Әділхан Сертаевті толық таныстырып болғанымызша ойыншылар тағы да өзгеріп кетті. Алматылықтардың тағы да бір шабуылы өз нәтижесін берген жоқ. Қазір алматылық команда сапында кімдер жүр? Негізгі ойыншылар алаңдағы 14-ші нөмірдегі Никита Фетисов. Сонымен қатар екінші бестік, солай айтсақ та болады, 23-ші нөмірдегі Демит Выговский. Және алаңға жаңа ғана қосылған 22-ші нөмірдегі Жасұлан Мажикенов. Ойындағы ең алғашқы шайба авторы. Қазір ойын тәртібі бұзылған секілді жоқ. Ойын алаң ортасынан шайба ойынға қосылады. Алматылықтар Мажикенов жаңа шабуылды бастап көрмек. Әртеске берілген пас, Фетисовке берілген пас жетпей қалды. Алайда алматылықтар пас беру кезінде тағы да қателесіп, қазір Горняк қақпа маңында қарбалас. Бұл қандай нәтижемен аяқталады екен бұл шабуыл? Қазір шайба әлде алматылықтарда. Біз әзірге үшінші кезең басталғаннан кейін өрелі ойын өрнегін көре алмай жатырмыз. Пас беру кезінде жиі қателесіп жатыр екі команда да. Міне қазір шабуылда Горняктықтар қақпаға соққы бағытталмады. Енді қарымта шабуылға шығып көреді. Мажикенов бастаған үштік және Мажикеновтың керемет пасы Камаль Черныш осылайша есепті 8-1 жеткізді. Құрметті достар, Мажикенов керемет пас берді. Міне қайталаудан қарап көрсеңіздер болады. Сол қапталдан берілген пас, алыстан бағытталған соққы және Руслан Кушкенов үшінші кезеңде Горняк Андрей Шевченко бас бапкер қақпаға шапочникте емес Руслан Кушкенов шығаруды дұрыс деп тапқан екен. Алайда Кушкенов шыға салып небәрі 3 минутта, 3-ші кезеңнің 3 минут өткенде гол жіберді. Керемет пас берген, көрдіңіздер ме? Мажикеновтың қандай керемет пасын Камаль Черныш өте жақсы пайдаланып кетті. Алыстан бағытталған соққы. Осылайша есеп 8-1.
ойсырай ұтылуда қазір. Гарнақтықтар өкінішке орай. Қонақта алматылықтарға еш қарсылық көрсете алмауда. Гарнақтық жігіттер, жас жігіттер дәл осы ойыннан сабақ алса, жақсы болатын еді, себебі алда толық маусым. Қазір алматылықтардың тағы да бір шабуылы қақпашы Кушкин өз орында. Біз қазір Радион Фатыховты көріп отырмыз. Алматылық команда сапынан. Қазір ойын. Горняктық команда қақпа маңынан басталатын болады. Нүктеде 89-шы нөмірде Александр Югай. Югай шайбаны өз әртістеріне алып берген. Алайда горняктықтар қорғаныс кезінде әзірге сәтті қимылдады. Шабуылға шығатын мүмкіндік болады мекен. Қазір Фатых пен Макаровтың шайбаға таласы қалай болады екен. Ойын тәртібі бұзылды. Төреші ойын тоқтатуға мәжбір болды. Қазір қонақ команда барынша алаң иелеріне төтеп беруге тырысуда, алайда шайба бір минуттан астам әлде Горняк командасының негізгі алаңында өтіп жатыр. Қазір нүктеге Юрий Андрусенко мен Давид Стенник келген болатын. Аслан Русланов 2 минутқа алаңнан қолды. Горняктық команда сапында өздері ұтылып жатқан, ойсырай ұтылып жатқан горняктарға бұл одан әрі қиындай түсетін болды жағдайлары. Себебі алаңда бір ойыншыға кем қазір қонақ команда. Енді алматылық команда бұл басымдылықты пайдалануға барынша тырысатыны анық. Алыстан соққы бағыттап көрді Павел Нюмывакин. Бірақ қорғаныстағы қорғаушыларға тиіп қиыс кетті. Қазір Мәжікенов тағы да бір шабуылды бастап көрмек алматылықтардың. Пас беру кезінде қателік. Горняктық ойыншылар қарымта шабуылға шыға алады ма? Жоқ. 3-2 ұмтылып көрген еді, алайда шабуылдағы талас нәтижесіз. Лев Критин барын салды, алайда алматылық қорғаушылар өз орнында. Қазір Андрусенконың тағы да бір жаңа шабуылы. Әртеске берілген пас қайтадан шайбамен Андрусенко Мәжікеновке беріп еді, алайда Мәжікенов шайбаға жете алмай қалды. Есеп әзірге 8-1. Алда алматылық команда. Ну что, пока слабенько у Алматы проходит это большинство. Горняк больше прессингует, я бы сказал, в меньшинстве. Вот сейчас шайбу здорово отобрали, длинная передача, а развить атаку. Но там партнеры поменяться побежали. Ну продолжает убивать штрафное время сейчас. И здорово действует Лопухов. Алматы перехватывают шайбу, есть еще 17 секунд на реализацию большинства. Времени хватит на одну атаку на самом-то деле. Вошли в зону, ну там на линии точнее остановили алматинцев. Забрасывают они шайбу в зону, 9 секунд еще есть. Здесь пытается Филимонов как-то обострить, и в итоге шайбу у него отбирает, и все. Большинство закончилось. Второе большинство Алматы в этой встрече, ну невзрачное оно оказывается. В первом большинстве куда интереснее действовали подопечные Юрия Бородулина. Но так в целом смогли, да, еще одну шайбу забросить алматинцы. Сейчас 8-1 счет. Черныш, автор заброшенной шайбы. Ответ Горняка вне игры. Вне игры фиксирует линейный арбитр. Да, там у нас коммерческая пауза. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі дәні емес. Сау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін.
производиться. Ну а генеральный спонсор трансляции — компания 1xbet. Остается вбрасывание за горняком, правда, потом неудачное действие, неудачная передача. Ну и уже Алматы с шайбой в зону атаки переводят шайбу. Горняк попытался развить успех, развить атаку, но алматинцы перехватывают все это дело и уже начинает развивать свою атаку. Алсиид делал передачу. Вошли в зону алматинцы. Перехватывают сейчас шайбу. И побежали сразу же вперед. Абдулаев. Абдулаев. Затаскивает шайбу в зону соперника. Ну а дальше все. Дальше атака захлебывается. Алматинцы уже пытаются начать свою атаку. Правда, неудачная передача, но не будет проброса. Горняк шайбой, контролирует шайбу Руслан за своими воротами. Аслан Руслан вставляет шайбу партнеру, подхватывает Рязанов. Рязанов побежал вперед, на скорости вошел в зону, укатывает за ворота. Два соперника пытались его остановить, но все-таки у Шипулина это получилось сделать. Диагональ, здорово, Алматы побежали вперед, забрасывают шайбу в зону, а дальше на смену. А, ну вот, уже Алматы играет, я бы сказал, энергосберегающий хоккей. Уже не бегут, сломя голову вперед, не высоко прессингуют. Стараются встречать соперника в средней зоне, ближе к своей синей линии. В общем, не бегут вперед. Бросок, добивание. Шайба не прижата. И только сейчас звучит свисток. Ой-ой-ой, Рудковский там. Даже нет, прошу прощения, не Рудковский, Илья Яковенко сейчас место ворота занимает. На третий период Яковенко, судя по всему, вышел. Не сразу это заметили. По стадиону тоже этот диктор не объявил. А сейчас Яковенко, да, Илья Яковенко. Ну, пожар был, Яковенко выручил. Вот так вот, да, решение такое тренерского штаба Юрия Бородулина. Посмотреть еще на второго вратаря, да, в этой встрече. Ну и пока Илья Яковенко играет на ноль, скажем так. Горняк шайбой, хороший силовой прием в исполнении Филоненко. Побежали вперед, ох, какой тут, как тут здорово встретили Филоненко. Ответ Горняка. Передача, какой классный момент сейчас был у Горняка. Вот здесь задержка клюшкой. Согласен. Согласен с добиванием Черныша. Тут точно задержка клюшки была. Смена у алматинцев. Нет, смена у Горняка идет. Я думал, смена кричат со скамейки Алматы. Нет, смена была у Горняка. Алматы через сброс. Исключительно через сброс заходит последние 3 минуты в зону соперника. Забрасывают шайбу. Там либо один хоккеист алматинцев обозначает прессинг, либо вообще никого в зоне соперника не находится. Дальше просто это убивание времени, на мой взгляд. Почему нет? Алматы уже все в этой встрече доказала. 8-1. Понимая, что завтра еще будет встреча. А тут еще и тайм-аут сейчас берет Юрий Бородулин. Видимо, что-то не нравится в игре своих подопечных Юрию Владимировичу. Вот что-то он сейчас объясняет, что ну, все понятно, но нужно как-то встречать-то пораньше хотя бы, да? Ну, на своей синей линии поздно. Это сопернику вот уже несколько очень опасных атак провел. Нужно включаться уже в средней зоне. Если даже сберегать силы, то хотя бы на красной линии встречать соперника. Ну, тут Горняк прям по скорости стал интереснее выглядеть. Я думаю, это заметно.
Ну, у нас середина третьего периода, счет 8-1. И вы знаете, с каждой минутой все меньше верится в камбэк Горняка. Да? Тут уж маловероятно, что это произойдет. Но, во всяком случае, можно постараться 2-3 шайбы забросить. Это вполне реально. Вот он момент. После выигранного вбрасывания бросок поворотом состоялся, но заблокирован. Ответ алматинцев. Поперечная передача. Ну, в конек эта передача в Иговске пришлась. И поэтому принять как следует он ее не смог. А Горняк побежал вперед. Длинная передача. Шайба в средней зоне застревает. Переходит она вновь под контроль Горняка. И тут чуть было не перехватил ее Мажикенов. Ну, шайба в средней зоне. Борьба. Горняк победительно выходит в этой борьбе. Вошли в зону соперника. Здесь здорово соперника Цинаев останавливает. В среднюю зону шайбу выводит Руслан. Руслан ошибается в передаче. Перехват. Момент. Верхом бросал сейчас Фетисов. Мимо створа летит шайба. Великолепный момент был у алматинцев. Для того, чтобы девятую шайбу забросить. Фетисов вошел в зону. Поперечная передача. Семенов ее перехватывает. Побежал Семенов вперед. Вошел в зону. На коротке с партнером Крицын. За ворота на Семенова. Ой-ой-ой, какая красота! Какой силовой прием! Горняк продолжает контролировать шайбу в зоне атаки. Через борт передача. Неумывакин первый на шайбе. Неумывакин. Выводит шайбу, делает передачу на партнера. Тут Мажикенов. Мажикенов. Нет, это Андрюсенко прорывал. Нет, все правильно. Я сказал 22 номер. Там свитер просто джерси заправлен. Поэтому не особо было видно. Мажикенов прорывался, но в итоге дело до броска не довел. Крицын на коротке с партнером. Как попытка обыгрыша. Малхасян пытался переиграть соперника. Не получилось. Вошли в зону уже алматинцы. Прижимает это Сертаев соперника к борту. Борьба за шайбу в закруглении на лицевой линии. Выигрывают алматинцы. Передача на синюю линию. Отсюда уже можно попробовать бросить. Передача на Фатыхова. Тут дальше направо. Неточная оказывается передача. Передача на пятак. Выручает Кушкенов. Сразу же ответ Горняка. Сразу же пытаются рудницы развить успех. Но дальше синей линии соперника не пускают на алматинцы. Сертаев. Поперечная передача. Волобуев. Шайбу в зону забросил. А тут нарушение численного состава у Алматы. Вот так вот линейный арбитр сейчас спиной разглядел удаление у алматинцев. Ну и командный штраф Алсид пошел отбывать. Ну и очередное большинство у Горняка. Третье в этой встрече. Первое реализовали, второе не получилось. Ну и вот третье большинство. Посмотрим, что продемонстрирует подопечный Андрея Шевченко. Азерге есеп 8-1. Үш кезең қорытындысы бойынша алматылық команда Рудныйдан келген Горнякты ойсырата жеңуде. Қазір ұры алматылық команда қақпа маңынан төреші шайбан ойынға қосатын болады. Нүктеде Демид Выговскийға қарсы Давид Стельников. Алматылық команда сапынан Кәрім Әлсейт 2 минутқа алаңнан қуылған. Ендеше Горняктың ойыншылары, хоккейшілер алаңда, мұз айдынында бір ойыншыға артық. Осы сәтте гол соқпағанда қай кезде гол соғасындар жігіттер. Сол үшін менің ойымша қазір таблодағы есепті өзгерту үшін барын салу керек секілді жігіттерге. Бұл ойынмен есепті 8-8-ге жеткізу қиындау болады, бірақ барынша таблодағы есепті қысқартуға тырысу керек қазір жігіттерге. Міне қазір екі ойыншының арасынан суырылып шыққан Лев Крицын қақпаға соққы бағыттап еді, алайда Рудковский өз орнында.
Ақпада кешірім сұрайым. Илья Яковенко екен. Қазір не бәрі 30 секундтан кейін алматылық команда толық құрамда ойнайтын болады. Бұл жолы да горняктық хоккейшілер өздерінің сан басындықтарын пайдалана алмайтын секілді. Осылайша алматылық команда әзірге маусымды өте керемет нәтижемен бастады. Құрама 80-90 пайызға жаңа болса да, аз ғана уақыт аралығында жас жігіттеріміз бір-бірімен өте жақсы тіл табысып кеткенін көріп отырмыз. Соңғы сәтте алматылық команда толық құрамда өнер көрсетіп бастаған еді, алайда горняктықтар әупірімдеп жүріп қақпаға тағы да бір шайбаны тура бағыттады. Бұл жерде біз Лев Крицинның қонақ команда сапында өте керемет ойын өрнегін көрсетіп жатқанын көріп тұрмыз. Меніңше шайба авторы Станислав Семенов. Осылайша бүгінгі ойындағы горняк сапындағы екінші шайбаны соқты. Кешірім сұраймыз, Станислав Семенов пас берген екен. Олег Малхасян бұл ойындағы горняктық команда сапында екінші голды соқты. Осылайша есеп 8-2. Ойынның аяқталуына небәрі 5 минут 49 секунд уақыт қалды. Горняктық команда тағы да шайба соға алады ма екен? Әлде алматылықтар есепті еселейді ме? Ертең біз дәл осы мұз айдында Алматы хоккей клубының торпедоға қарсы ойын тамашылайтын боламыз. Яғни ересектер арасындағы Қазақстан про хоккей лигасы, Қазақстан чемпионаты шайбалы хоккейден. Сондықтан барша алматылық тұрғындарды Халық арена мұз айдынына шақырамыз. Келіп өз қаламыздың намысын қорғап жатқан командаға қолдауымызды көрсетейік. Жалпы Алматы хоккей клубы оңтүстік облыстардан, оңтүстіктен чемпионатқа қатысып жатқан жалғыз команда, өкінішке орай. Қазір горняктықтардың тағы да бір шабуылы. Осылайша шабуыл нәтижесіз. Жалпы Адниэкспет компаниясы көрсетілімнің демеушісі, хоккей қара спорттық эмоцияларын бас демеушісі мен сүйікті командаларыңды қолда. Осылайша барлық алматылық тұрғындарды шақырамыз. Ертең Алматы командасы горняктықпен екінші ойынды өткізеді екен, ал негізгі командамыз Алматы хоккей лигасының ересектер командасы 19 қыркүйек күні торпедоға қарсы ойын өткізетін болады. Дәл осы Халық арена мұз айдынында кешкі сағат 19:30 өз қаламыздың командасын бірге қолдайық. 19:20 күні Алматының негізгі командасы торпедоға қарсы ойын өткізеді. 23-24 күні, қыркүйекте Алматы Ертіске қарсы екі ойын өткізеді. Қазір горняк сапында Владислав Лопухов 25-ші нөмірдегі 2 минут алаңнан қуылды. Сәйкесінше алматылықтар шабуылда ойыншы басымдылығын пайдалану үшін барын салып жатыр. Горняктықтардың қарымтас шабуылы не болады екен қазір? 3-1 қалған горняктық ойыншы 17-ші нөмірдегі Олег Малхасян қорғаушылардан айласын асыра алмады. Қазір шабуылда алматылық команда
біз қазір негізгі бестікті көріп отырмыз. Жасұлан Мажикенов шайбамен. Мажикенов қазір әртістерін іздеуде. Алыстан соққы бағытталмайды. Пас берілді қайтадан Мажикеновке. Я бүгінгі ойында керемет ойын өрнегін көрсеткен ойыншыларды атайтын болсақ, ол тізімде біз Жасұлан Мажикеновті міндетті түрде қосамыз. Пас беру кезінде сәл-сәл қателік бола жаздады, алайда алматылықтар қазір қарсыластар қақпасынан саңылау іздеуге тырысуда. Алыстан соққы бағытталып еді және гол. Иә, алыстан бағытталған соққыны қазір менің ойымша 14-ші номердегі, иә, 14-ші номердегі Никита Фетисов қақпашының тұсынан шайбаны қақпаға тура бағыттады. Осылайша есеп 9-2. Бұл ойында Никита Фетисовтің де қанжығасы майланды. Қарап тұрсақ, Филоненко ғана алматылық команда сапынан дубль автор атанды. Қалған ойыншылар тек бір-бір мәрте көзге түскен. Осылайша алматылық команда сапынан 8 ойыншы бүгін қанжығасын майлады. Қазір біз алаңда ойын тәртібі бұзылған көріп отырмыз. Алматы командасының сапында 18-ші нөмірдегі Камаль Черниш бүгіндікке екінші рет жазалануда. Біз бірінші кезеңде Камаль Черништің 2 минутқа жазаланғанын білеміз. Олай болса, горняктарға тағы да бір мүмкіндік есеп айырмасын сәлде болсын қысқартуға. Енді қазір жоғалтатын еш нәрсе жоқ. Ойынның аяқталуына 3 минуттан аса уақыт қалды. Есеп 9-2. Ну что, алматинцы забрасывают свою 9-ю шайбу, забрасывают ее в большинстве, ну и с третьей попытки удается подопечным Юрия Бородулина реализовать большинство, но вы знаете, несмотря на то, что алматинцы смогли вот после этого момента передача, бросок, великолепный сейв Яковенко, просто прекрасно успел переместиться на дальнюю штангу, еще бросок, ну и Яковенко вновь в игре. Закончу я свою мысль, да, несмотря на то, что алматинцы смогли забросить в большинстве, а в итоге большинство-то получилось невзрачное. Много ошибок в передач, много неудобных передач, в конек приходились, комбинациями, скажем так, и не пахло. Все по периметру, очень медленно, естественно, везде поспевали горняк. Вот с учетом всего сказанного, да, заброшенная шайба — это такой, да, скажем так, сюрприз. Из ничего получилась заброшенная шайба, но она случилась. Ну что, в большинстве играет горняк, четвертое большинство у рудницев, ну и лишь один раз смогли они реализовать лишнее. Замаха выбрасывается шайба из зоны Алматы, это делает Киргизбаев. Ну вот раскатывается горняк, пока из своей зоны выйти не могут. Лопухов оставлял шайбу партнеру, не понял там Макаров, что хочет партнер придумать. А вот выход 2 в 1 у горняка с догоняющим. Успели алматинцы вернуться, медленно развивались события в этой атаке. Но остается шайба у горняка. Бросок с средней зоны. Андрюсенко заблокировал бросок Руслана. Шайба в средней зоне. Все, в полном составе Алматы играет
Еще есть целая минута в третьем периоде и в этой встрече. На какой-нибудь еще заброшенную шайбу, может быть. Бросок с неудобной. Заблокировали сейчас. Черныш бросал. Капитан команды Алматы. Просто не отмечено было, да, я не называл вначале, кто капитану Алматы, да. Крицын раскатывается. Крицын вошел в зону, обыграл одного, но там на подстраховке оказался Киргизбаев. Остается шайба у Горняка, бросок! И такое чувство, как будто бы не видел Яковенко, куда шайба полетит. Вот так по инерции ловушку выставил, но шайба выше ворот прошла. Перехватывает шайбу сейчас Алматы, выводит ее в среднюю зону. 14 секунд остается в этой встрече. Вот она, атака хорошая получится у Горняка. Бросок в ближний угол. С неудобной Малхасян бросал. Еще попытка, заблокирован. Бросок, еще один бросок. Еще один бросок вновь был заблокирован. Ну что, закончился у нас третий период, закончилась вся встреча. 9-2 выигрывает Алматы первую встречу, подарит на День города эту победу своим болельщикам, прекрасному городу Алматы. Поздравляем мы и Алматы с днем рождения, да, скажем так. В третьем периоде интересный матч, интересные моменты были, но Алматы третий период, скажем так, по крайней мере, вторую его часть провели довольно уныло, надо это признать. Ну, а Горняк отдаем, скажем так, долю уважения тому, что ребята не сдались, да, и играли до конца этой встречи. В итоге третий период завершился у нас со счетом 2-1. Алматинцы все-таки смогли выиграть. Автора заброшенной шайбы Черныш у Алматы открывали еще, да, в третьем периоде. Малкосян забросил с передачи Семенова в большинстве у Горняка. Ну и Фетисов также в большинстве у Алматы сделал счет 9-2. Ну это все, что было в третьем периоде. А так игра у нас завершилась. Поздравляем Алматы с первой победой. Удачно вошли в сезон. Желаем им удачи завтра. Завтра в это же время встречаемся здесь на Инспорте, на Халык-арене. И будем смотреть уже вторую встречу этих команд. Ну а Горняка призываем не расстраиваться, а настраиваться на игру завтрашнюю. Ну а у меня на сим все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Ну что, давайте смотреть заброшенные шайбы в матче Алматы-Горняк. Ой, какой матч, 11 заброшенных шайб. Алматы, не съездив на кубок, да, тренируясь дома, готовилась к сезону. И, пожалуйста, вот это первая встреча. Вот это первая встреча в исполнении алматинцев с первой же минуты. С первого же выигранного вбрасывания в первом периоде Алматы побежали вперед. Алматы прессинговали, много бросали, много атаковали. Горняк где-то не успевал, где-то просто был под таким бешеным прессингом, что не справлялись. Была штанга у Андрусенко. Долго Алматы не могли свои моменты реализовать. Ну как тоже долго, да? На пятой минуте уже первую шайбу мы с вами увидели. Вот она, Мажикенов. Автор ее. Классная передача Фетисова. Давайте еще раз смотреть. Вот Фетисов подхватывает шайбу. Через и так делал передачу поперечную. И дошла она до партнера. Недолго думая, Алматы. Ну как тоже недолго думая. 10 минут, да. Алматы пытались еще раз огорчить соперника. Но никак шайба не шла в ворота. Там еще Горняк в середине первого периода перехватил инициативу. И очень даже солидно атаковали они, но свои моменты не реализовали. А в итоге на 15-й минуте Филоненко забрасывает
свою шайбу. Шипулин у него в ассистентах. Вот она. Здорово бросил. Точно бросил. Верхом ближний угол. И счет становится 2-0. Ну и дальше уже точно недолго думая. Спустя 2 минуты алматинцы утраивают свое преимущество. Филимонов, автор заброшенной шайбы. Счет становится 3-0. Ну классно здесь разыграли, шайбу забросили. Ну и передача из лицевой линии. Касание, шайба оказывается в воротах. Ну еще один вот момент был в третьем периоде. Бросок касания Шулепова. В итоге не смогли алматинцы забросить. Вот еще Андрюсенко бросил ближний угол. Ну и все. А во втором периоде с места в карьер прыгают алматинцы. Спустя 29 секунд Андрюсенко забрасывает четвертую шайбу своей команды. 4-0. И уже тут пахло разгромом, да. И вот еще одна заброшенная шайба. Цинаев спустя 2 минуты здорово прошел, бросил, отразил там Шапошник. Еще на то время Шапошник стоял в воротах, играл в воротах. Ну и добавил Цинаев. И в итоге 5-0. А вот заброшенная шайба Горняка. Крицын ее автор. В большинстве. Первое же свое большинство Рудницы реализуют, делая счет 5-1. И вот тут закралась, да, какая-то надежда. Но тут же выход 1-0 в исполнении Филоненко на 29-й минуте. Счет становится 6-1. Ну а дальше Фатыхов, выходя 1-0, также не ошибается. Делает счет 7-1 на 32-й минуте. Вот удаление у нас Андрюсенко за блокировку. А казалось бы, да, хороший силовой прием. Но там соперник не владел шайбой, поэтому это блокировка. Фетисов еще отправил одну шайбу во втором периоде в ворота. Правда, это сделано было рукой. Так забрасывать нельзя. Арбитр сразу же увидел и, естественно, не позволил этому случиться. А в третьем периоде алматинцы смогли забросить шайбу. Черныш, автор заброшенной шайбы, капитан, здорово тут выстрелил в девятку, точно попал. И Кушкенов не справился с этим броском, не смог спасти и выручить свою команду. Это случилось на 44-й минуте. Но Горняк все-таки еще одну шайбу забросил. В большинстве это все происходило. Малхасян, автор заброшенной шайбы. Передача Семенова, стоит отметить, конфетка была. Счет стал 8-2 на 54-й минуте. Ну и алматинцы в итоге свое большинство тоже смогли реализовать, как и соперник. Уже в концовке встречи не записал, к сожалению, но это было в концовке. Фетисов, автор заброшенной шайбы, в большинстве 9-2. Вот такой вот окончательный счет. Алматы первую свою игру выигрывает с разгромным счетом. А давайте смотреть окончательный, да, счет 9-2. 9-2, с таким счетом южная столица, хоккеисты из южной столицы обыгрывают гостей из Рудного. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін.